Здравствуйте, я вас приветствую. Вы находитесь в джазовом клубе Алексея Козлова на мероприятии, которое называется Glove Moth Jam, друзья. Сегодня пятница, и я с этим вас очень поздравляю. Да, падайте еще рано, господа, держитесь. Итак, мы начнем наше музыкальное путешествие, друзья. Первая композиция у нас будет инструментального характера, называется она One Light. Автор его ни много ни мало известный Грувер Вашингтон, друзья, такой саксофонист. И, собственно, сегодня он к нам не приехал, но зато к нам приехал Илья Чумаченко, тоже с саксофоном, друзья. А также сегодня на сцене Сергей Коньков на гитаре для вас, друзья. Алексей Максимов сегодня на бас-гитаре у нас. Друзья, есть маленькая поправочка. У Алексея Максимова сегодня наступил день рождения, друзья. Давайте вас поздравим с этим грандиозным событием. Так сказать, это знаете как... Ребят, ну сыграйте хэппи-бёрдли, ну сыграйте хэппи-бёрдли, знаете вот это вот. Хэппи-бёрдли мы играть не будем, будем играть хорошую музыку. На барабанах сегодня Дмитрий Бодайчук, друзья, для вас. На трубе Иван Акаров сегодня у нас. И за диджейским пультом сегодня у нас диджей Франц, он еще для вас поиграет хорошую музыку, друзья. Будут танцы, будет веселье, в общем, будет все-все-все. Ну, а мы, пожалуй, начнем. Хорошего всем времяпрепровождения. Пятница, вы в клубе Алексея Козлова на Glove Moth Jam. Ура, я вас поздравляю, поехали, друзья. Thank you.
We'll be right back.
огромное. Дмитрий Подойчук играл для вас на барабанах. Алексей Максимов, у которого сегодня день рождения, играл для вас на бас-гитаре. Сергей Коков на гитаре, Иван Акадов на трубе и Илья Чумаченко на саксофоне. Друзья, в общем, таки мы продолжаем наш прекрасный пятничный вечер. И я бы хотел пригласить на сцену сегодняшнюю нашу гостью, замечательную вокалистку. Молодой человек, здесь занято. Молодой человек. Друзья, пожалуйста, чей-то друг, заберите, пожалуйста, его себе. Серьезно. И там тоже занято, молодой человек, там туда тоже не надо ходить. Туалет вон там, если что. Короче, друзья, мы продолжаем. И следующая композиция, которая прозвучит, называется она «Backyard Party». Я бы хотел пригласить на сцену замечательную вокалистку, девушку-красавицу, которая сегодня здесь у нас в гостях. Зовут ее Лия Саркисян. Лия Саркисян сегодня здесь в гостях. Давайте поприветствуем, друзья. Мы все очень рады и счастливы, что мы сегодня здесь собираемся. И вот этот микрофон мы будем использовать. Композиция веселая, задорная. За барабаны у нас Леонид Хайкин. На сцене у нас Лия Саркисян. И, в общем, все ребята, которых я уже объявлял. И мы начнем, друзья, для вас эту чудо-композицию. Поехали! Oh,
Игорь Балабаев сегодня даст на саксофоне. Здесь нам присоединился, ему тоже огромное спасибо. Спасибо, Лия. Друзья, мы двигаемся дальше. И следующая композиция, которая прозвучит, называется она «Аллилуйя», друзья. И я бы хотел пригласить на эту сцену Марию Цветкову. Сегодня здесь у нас в гостях Мария Цветкова. Сейчас для вас исполнить эту прекрасную, чудесную композицию. Ну, а у нас? А у нас еще хотел на барабаны сказать Александр Краев. Александр Краев, если ты где-нибудь живой, не слышишь? А, ты уже здесь. Вот, Александр Краев сегодня на барабанах для вас, друзья. И Мария Цветкова сегодня здесь у нас в гостях. Споет для вас прекрасную песню. А, наверное, вы ее, скорее всего, знаете, потому что много, наверное, из вас услышало такую певицу Алишу Кис. Знаете такую? Кто знает Алишу Кис? Поднимите руку, друзья. Вот, прекрасно. В общем, кто не знает, для просветительских целей, друзья, можете найти нашу группу ВКонтакте, называется она просто «Главпост Джем». Там есть вся актуальная информация, вся музыка, которую мы играем, различные фотографии от нашего постоянного замечательного фотографа, где-то он здесь в зале находится, зовут его Валентин Монастырский, друзья. А он здесь. А, он сейчас диджей, друзья. Диджей Монастырский, монастырь, он сегодня здесь у нас. Он же Валентин Монастырский и замечательный наш постоянный фотограф, друзья, который выкладывает фотографии с каждого нашего мероприятия. В общем, дамы и господа, композиция «Аллилуйя», Мария Цветкова здесь у нас в гостях, и мы, пожалуй, начнем. Всем добрый вечер, всем отличной пятницы. Алексей, всем рождения. Кстати, да, Леха, с днем рождения!
Следующая композиция, которая прозвучит, я хотел бы пригласить Галину Амельченко. Есть у нас в зале Галина Амельченко? Пожалуйста. Есть, прекрасно. Галина, здравствуйте. Здравствуйте, друзья. Давайте поприветствуем артистов, это очень приятно, что это всем, потому что мы стараемся и играем различную музыку для вас. И я, конечно же, сейчас побуду немножко диджеем, друзья, для вас специальным образом. И композиция, которую мы сейчас сыграем, называется она Crazy, ни много ни мало. Yeah, да. Наверное, все знают эту песню, друзья. Ну или большинство знают. Вокалиста погромче! Вокалиста погромче? Не слышно? Слава, я не слышно вокалиста. А, петь надо лучше, да? Нет, вообще не слышно. Не слышно? Можно подчувствительный, пожалуйста, микрофон наш. Друзья, у нас замечательный экспириенс. У нас сейчас будет звучать контрабас этой прекрасной композиции. И вот наш прекрасный друг. Ну, в общем, пока небольшой ченч происходит у нас. И, Галина, у вас сегодня выпускной. Здравствуйте. Да, у меня сегодня выпускной. Откуда выпускаетесь? Из группы. Я закончила школу вина и внутрия. И сегодня праздную отмечаю со своих. Да, я сдала на четвертую. А какую школу еще раз извините? Какую школу ты займешь? Школу вина. Я сомелье почти. Вау. Друзья, ну хорошо. А есть школа бачилы у нас, например? Есть школа водки у нас вообще? Такое понятие. Ну, вот, есть кто закончил? Вы закончили? Серьезно, что ли? Друзья, вы тоже закончили? Ура! Молодцы, поздравляю! Вы все настоящие сомелье, да? Круто! Супер! Друзья, в общем, если что, винишко, вот спросить, какое выбирать, вот у этих товарищей можете сегодняшний вечер. Подарят? Нет, не подарят. Нет, ну как договоритесь, может быть, и подарят, если хорошо общаться. Итак, еще в гостях у нас сегодня Максим Хакимов, прекрасный барабанщик, друзья, из славного города под названием Челябинск. Собственно говоря, кто-нибудь из Челябинска здесь есть, поднимите руку. Кто из Челябинска? Вы из Челябинска? Отлично, я тоже из Челябинска, и Максим из Челябинска. В общем, у нас уже почти здесь небольшая даже компания собралась. Но дело не в этом. Композиция Crazy, друзья, и готовы танцевать. Дорогие, выпускники, вы эту песню по-любому все знаете, поэтому давайте, там слово бесплатное, абсолютно открытое, свободное для всех. И я тебе хочу... собственно... Ну да, итак, друзья, что, мы готовы послушать песню, как хорошенькую, по названию Crazy? Ну, в общем, Галина сегодня у нас в гостях, непосредственно выпускник, заслуженный сомелье сегодняшней пятницы, и мы начнем исполнять эту композицию. Поехали!
и сегодня здесь у нас в гостях, друзья, огромное, давайте огромное спасибо за эту композицию. Скажем. Еще раз поздравим с выпуском Галину и всех вот друзей, которые здесь у нас находятся, друзья. Друзья, мы продолжим. И следующая композиция, которая сейчас прозвучит, называется она. А вот человек сам, наверное, назовет, как она называется. Я бы хотел пригласить на сцену Дали Сатарова. Дали Сатарова сегодня здесь у нас в гостях. С прекрасной композицией, которая сейчас называется, там очень много слов. Кайнерва Трип и что-то в общем там еще. Дали. И, конечно же, я хотел бы пригласить на сцену человека. Человека, которого зовут Хорхито Нунес. Хорхе Нунес. Хорхе Нунес сегодня здесь у нас в гостях. Человек замечательного острова Куба, и только он здесь, еще есть у нас здесь различные представители этого острова, и они молодцы, несмотря ни на что. В общем, Хорхито Нунес на барабанах и Дали Сатарова сегодня здесь у нас в гостях. Слава, скажите, микрофончик этот же выдать? Вот этот? Вот этот, да? Окей. Дали, пожалуйста, пока расскажи, как называется песня и все остальное, а мы с ребятами обсудим просто. Доброй ночи, друзья. Песня называется Never Dream to Live in Summer. Изначально она написана Стиви Вандером, но мне очень понравилась версия в исполнении Лорен Хилл. Классная гармония, классный грув, хип-хоп, все дела. Рассказывай что-нибудь. Вам интересно что-нибудь узнать о Дали? Почему его зовут Дали вообще? Кто-нибудь хочет узнать, например? Ребята, давайте спросим у Дали, почему тебя зовут Дали? Это тайна, покрытая мраком. Это не интересно никого. Что это тайна, покрытая мраком? А если встряхнуть мрак, а давай что будет? Устроим конкурс. Какие конкурс? Версии у людей? Вот, девушка. Давайте, друзья, какие варианты? Почему Дали зовут Дали? Кто может сказать? Ну, варианты. Кубинец. Как кубинец? Я вполне могу сразу смотреть кубинцев. Ну, может, да. Но особенно, когда они слегусь так. Да. Друзья, нет, он не кубинец. Еще какие варианты? Может быть, Эрик Холматов знает, почему зовут Дали Дали. Эрик Холматов. Эрик Холматов. То есть неврачный автопортрет Дали. Неплохо. Неврачный автопортрет Дали. Окей, еще давайте третий вариант. Друзья, почему Дали зовут Дали? Мама с папой так называли. Да, мне кажется, так... прежде всего правда. Победитель! Победитель, вот девушка прекрасная. Все, Дали, ты поешь эту песню для этой девушки. Поехали. Катя, спрашивай твою. Итак. Композиция прекрасная, которая имеет очень много названий, много слов своего названия. И сейчас Дарина расскажет быстро скорость, и мы начнем. Поехали. I never dreamed you'd live
сегодня здесь у нас в гостях Василий Дали. Хоффи Нунис играл на барабанах. Дорогие друзья, у нас сейчас будет небольшой перерыв в нашей так называемой живой музыке. Но музыка не кончается, друзья, потому что для вас будет играть наш замечательный диджей, диджей Франц. Танцпол открыт, друзья, танцуем везде, бар, кухня работает, в общем, все знаете, все умеете. Поэтому, друзья, хорошего настроения, у нас небольшой перерыв, мы вернемся к вам через какое-то ближайшее время. Спасибо огромное, что вы здесь. Вы находитесь в джазовом клубе Алексея Козлова на мероприятии, которое называется Главмост Джем. Друзья, я вас поздравляю. Диджей Франц, дорогие друзья, еще раз всем доброй ночи. Спасибо вам за зажигательные танцы. Для вас играл диджей Франц, давайте его поаплодируем за замечательную музыку. Дамы и господа, мы готовы продолжить наше музыкальное путешествие и погружение. Я надеюсь, вы готовы послушать еще хорошей музыки и порадоваться вместе с нами. Дорогие гости, есть силы и эмоции, я надеюсь, еще не все устали. Друзья, ну, ваше наше музыкальное погружение продолжается, и мы начнем с замечательной инструментальной композиции. Поехали. Привет. Thank you.
Есть сила эмоций, послушайте, что хорошо выступили. Я надеюсь, все прекрасно. Отлично, поехали.
Спасибо, друзья, огромное. Собственно говоря, Татьяна Павловка сегодня здесь в гостях с этой композицией. Спасибо огромное, Таня. Друзья, мы двигаемся дальше. И следующая композиция будет очень такая красивая, знаете, душевная. Будет она называться «Time to Love». Друзья, вот, да, я приглашаю на эту сцену наших сегодняшних замечательных гостей, замечательных вокалистов. Это Дали Сатанов и Екатерина Пырка сегодня здесь у нас в гостях. Вот, и можно вот этот микрофончик, который я говорил, сделать его вокальным на мгновение. Друзья, кто-нибудь знает такого вокалиста, музыканта, пианиста, клавишника, зовут его Стиви Уандер, друзья? Кто знает Стиви Уандера? Поднимите руку. Отлично. Есть такие люди в зале, это прекрасно. Друзья, кто не знает, в общем, сейчас узнаете. Композиция, которая называется «Time to Love», то есть все, «Время любви». «Время любить», ну, в общем, все, что связано, уже, в общем, пора сделать. И, собственно, опять-таки, мужчины же есть в зале у нас, друзья? Я всегда вот спрашиваю такой вопросик. Мужчины есть в зале? Мужчины есть в зале? Сегодня день, кстати, не сегодня, а вчера был день годовой. Кто есть в здании, кто служил в военно-десантных войсках? Есть такие люди? Поднимись руку. Кто служил в ГДВ? О, отлично. Я нет. Я не служил. В общем, друзья, вы служили в ГДВ? Серьезно? Я вас поздравляю. В общем, с этим праздником. Друзья, у нас есть танцпол. Опять-таки, повторяюсь, у нас есть в здании мужчины. У нас есть... Есть ли в здании у нас девушки красивые, прекрасные? Девушки. Девушки, дайте шуму. Девушки, дайте шуму. Есть девушки? Вот девушки, которые красивые сидят. Смотри, вот есть. Отлично. Еще вот девушки сидят. И вот еще где-то там сидят девушки красивые. В общем, вы здесь. Вот красивые девушки. Друзья, ну, в общем, песни красивые, про любовь, поэтому мужчины, если есть в зале, давайте приглашать красивых девушек на импровизированный танцпол и, в общем, танцевать красивую песню, да? Готовы вы это сделать, дорогие гости? Сегодня танцы будут только зажигательные, веселые от нашего диджея, а вот так, чтобы романтики, было маловато. Поэтому очень хочется заполнить этот пробел. Давайте, да, сделаем это красиво, друзья. Гости, что, нет? Не будем? Или все привыкли только под рюмку на водке на столе плясать на корпоративе пьяные, нет? Друзья, да, да? Слава, спасибо огромное за то, что ты принес сегодня контрабас, сыграл для нас на этом прекрасном инструменте. Увидимся в следующем, так сказать, сезоне. Дамы и господа, в общем, Дали Сатанов, Екатерина Пырка сегодня здесь, композиция «Time to Love», и мы готовы для вас ее исполнить. Друзья, еще раз напоминаю, танцпол бесплатный, он свободный, абсолютно, дорогие мужчины, приглашайте красивых девушек для танцев, и, собственно, чтобы было все прекрасно. На романтике, любовь, тролливали, поехали. А что, танцевать как-то не будет? Всем привет! Вы еще не спите? Друзья, мы решили, что мы не будем играть, если никто не будет танцевать. А, ну вот все, уже. Методы танец, господа. Приглашайте. Приглашайте дам. Building watching as the ship fades.
Спасибо огромное, друзья. Даня и Сатана сегодня здесь, Екатерина Пурифа. Спасибо огромное за танцы, друзья. Это прекрасно, что вы здесь воссоединились. Очень здорово, спасибо вам огромное. Друзья, мы двигаемся дальше. И следующая композиция, которая прозвучит, будет в исполнении Екатерины. И будет она называться ни много ни мало... Evergreen, да, будет называться эта композиция. И автор ее такая певица, я так понимаю, да? Хорошо, я это скажу. Зовут эту прекрасную девушку Аева. Ни много, ни мало. Ева просто, просто Ева. Как Ева, только через Б. Откуда прекрасно это исполнилось? Расскажи, пожалуйста. Из Америки? С какой? С той самой? Отлично. Дмитрий Бодричук, пожалуйста, появись. Где же ты? На замечательных барабанах нам нужен, в общем, чтобы ты сыграл. Дмитрий Бодричук, да, сейчас выходит. Композиция называется Evergreen. Друзья, признаюсь вам честно, эта композиция непростая. И так как у нас все песни играются без репетиции абсолютно, мы вот собираемся, просто каждый дома слушает композиции и готавливается, и мы потом с мозгом все это нажимаем прямо здесь, при вас. То есть это все, что происходит, это все абсолютно импровизация. Во всех смыслах. И сейчас композицию мы тоже изобразим. Я думаю, что она должна получиться, потому что все у нас очень крепкие профессионалы. Особенно Алексей, у него сегодня день рождения. Алексей Максимов на бас-гитаре. Давайте, да, напомним ему еще раз, что у него сегодня день рождения. Да. Алексей, мы тебя поздравляем, это прекрасно. Всего лишь тебе сколько? 21. Но не очко обычно губит, знаешь, а к 11 туз. Да, не пиво. Да, Алексей пиво не губит, поэтому Алексей сегодня еще увидел с нами пиво с удовольствием. И с Дмитрием Бодричуком тоже, и вместе-вместе. Друзья, композиция Evergreen. Сегодня у нас Екатерина Пурифа в гостях. И мы сейчас для вас эту композицию исполним. Хорошего вам прослушивания, дамы и господа. Да, спасибо огромное. Dance with me, I'm doing it.
получилось, друзья. Екатерина Фырка, сегодня здесь в гостях. Спасибо огромное, Катя. Прекрасная песня. Композиция. Друзья, ну мы двигаемся дальше. Я хотел бы пригласить на сцену нашего постоянного участника, замечательного вокалиста, прекрасного парня. Красивого, холостого. Зовут его Эрик Холматов. Друзья, Эрик Холматов у нас сегодня здесь в гостях. И композицию, которую мы сейчас исполним. В общем, друзья, композиция, которую мы сыграем, она тоже будет очень красивая, поэтому и мужчины. Опять снова единственная просьба. Все-таки давайте еще потанцуем, да, одну красивую песню. Эрик Холматов сегодня здесь у нас в гостях. Композиция, которая называется Holding On, друзья. Есть такой замечательный певец, зовут его Грегори Портер. Вот эта композиция, собственно, его. Не его, но ничего. Не его, но ничего. В общем, хорошая, красивая композиция, друзья, и мы для вас ее сейчас изобразим. Поехали! Do you?
Спасибо огромное. Эрик Холбанов сегодня здесь у нас в гостях. Спасибо, это специальная композиция для всех вас. Собственно, дорогие гости, на этой замечательной композиции я хочу вам сказать, что так называемая вот эта живая музыка, она на сегодняшний момент закончилась в нашем заведении. Прекрасно. Но музыка не заканчивается, потому что у нас есть в гостях наш замечательный диджей, диджей Франс. Он буквально вот уже покажется для вас и поиграет очень хорошую танцевальную музыку, друзья, поэтому можете не сходиться. Еще пока кухня и бар все работает, поэтому можно отдыхать и веселиться по полной программе. Вот, хочу огромное сказать спасибо всем музыкантам, которые сегодня принимали участие, а именно Сергей Коньков играл на вас на гитаре. Наш именинник Алексей Максимов играл на бас-гитаре. Давай еще раз, Леха, спасибо тебе огромное за музыку, за вообще за все. Будь здоров и в духе, главное всегда оставайся. Дмитрий Батычук играл для вас на барабанах, друзья. Спасибо, Дима. Иван Акатов и Илья Чеманченко, Игорь Балав, Баев играл на саксофонах и трубах на сельских различных. Спасибо огромное всем вокалистам, которые принимали сегодня участие, друзья, все певцы и певчихи. В общем, все вы огромные молодцы. Спасибо огромное всему клубу Алексея Козлова, всем барменам, официантам, собственно говоря, охранникам, администраторам и поварам за все, что они сегодня сделали, все принесли, все приготовили, надеюсь, всем все понравилось, все было вкусно и прекрасно. Спасибо отдельно огромное и замечательно нашему светозвукоцеху, всем работникам, которые создавали сегодня звук и свет, чтобы вы нас видели и, соответственно говоря, слышали, друзья. Вот, дорогие гости, на этом прошу откланяться. Меня зовут Слава Быстров. До новых увлекательных встреч. Пока-пока. Следите за новостями в группе ВКонтакте. Называется просто GlavMostJam. Диджей Франс для вас хорошую музыку еще поиграет. Друзья, всем хороших выходных. Пока-пока. Спасибо, что были с нами. Ура!